находимся в магазине «Магнолия» с утром после пробежки. Взяли вот окорочков, капусты. Сделаем салатик. Такой вот перчик взяли острый. Захотели икорки кабачковые. Взяли вот такую икру. Сейчас придем. Позавтракаем. Творожки. Да, возьму Костя, чтобы кушал дома и сейчас. Сизю надо. Ну, здесь тоже вот нарезанные колбаски, бекон. Молока не будешь брать? Я взяла. Ты что, мы просто сейчас было, что пацан пришел и поел все там. Ну да. Перекусы, то у меня только яйца и все. Тортики. Такие вот тирольские пироги, очень хорошие. Меньше надо сладкого. Пришел, посмотрел, проглотил слюну. Завтра заканчивается. А, ну да, они по акциям все. Все эти йогурты. Цена новая, а заканчивается хотя 30.05. Нормально. Есть там другие? Возвращаюсь опять к десертам. Посмотрел. Облизнулся и все. И можно уходить, как будто поел. Ну что? Что берем еще? Возьмем вот это к чаю. У нас же ничего к чаю нету. Надо какое-то печенье взять. Там парни у него есть оплевательные. Ну, Костя тоже надо что-то взять. Так, пачка. Они как цезарь очень вкусные, да? Да. Ну все, ему хватит, будет варить. Пельмени. Разновидностей очень много. Да, надо макароны еще взять. Вот из всех пельменей, из всех, я люблю, знаете, какие? Я люблю вот такие вот, вот эти вот. Вот все равно они мне милее. Вот в коробочке, которые, видите, вот эти вот останкинские. Вот эти вот. Я люблю вот такие пельмени. Вот такие. Как ни крути, говори, мне не нравится. Вот разные вот есть пельмени. И красивые упаковки, красивые. Вот такие мелочевские, малюсенькие. Я люблю останкинские. Сейчас посмотрим еще печенье. Чаю взять, печенюшки обычные какие-нибудь, незамудренные. Юбилейные. Очень вкусные, знаете, есть овсяные печеньки. Очень вкусные, мне нравятся. Вот овсяные печенья, неплохие. Так, ребята, у меня есть печенье такое вот. Изюм, это без изюма. Ну вот есть овсяное с изюмом, а вот есть без изюма. Вот возьмем вот такое вот овсяное печенье, хороший день. Возьмем печенье. Могу взять все это. А?
какой-то хороший крекер попробовать. А, макароны. Макароны надо. Зимой, выбери, какие мы пели. Так, и макароны сейчас возьмем. Из всех макарон сейчас здесь я предпочитаю вот эти. Макс, возьмем. Сделаем макароны по-флотски. Так, колбаса. Докторская колбаса. Рыбу 2 штуки. Одну, две. Давайте 2. Рыбу берем. Скумбрию. Аж свиньи побежали. Хлеба нам хватит? Полбулки. Рыбку сейчас возьмем. Скумбрию. Палатик, не хочешь никакой здесь? А, надо, знаешь, для плова сейчас взять какую-нибудь грудку. А рис у тебя есть? Нет. Так, мы еще купили скумбрию. Для плова. Знаешь, лучше плов сделать. А есть у тебя это мясо там? Так, вот такая вот скумбрия. Малюхненькая корзиночка, но такая полненькая. А будете добры, вешать делать?